Привет, друзья! У меня прекрасная новость сегодня для тех, кто зарабатывает на Гугле и получает деньги на AdSense. Эта информация касается жителей Украины, возможно, в России, в других странах тоже такая же услуга уже подключена. Но вот наш приватбанк мне сообщает: уважаемая Виктория Валерьевна, у нас отличная новость для тех, кто зарабатывает деньги на показе контекстной рекламы от компании Google. Ну и не только от контекстной рекламы, вы же понимаете, то есть там на Google AdSense собираются деньги с YouTube и, наверное, еще с других источников. Больше не нужно обналичивать чеки Google, получайте деньги сразу на карту PrivatBank. Никаких дополнительных комиссий, зачисления и снятия денег по стандартным тарифам вашей карты. От 0% до 0,5% за зачисление и от 0 до 1% за снятие, в зависимости от того, какой вы карточки пользуетесь. После зачисления денег на карту вы получаете e-mail с результатами платежа. Как настроить получение платежей на карту? Инструкция по настройке получения платежей сразу на свою карту Google AdSense. Шаг первый. То есть заходим на сайт Google AdSense, перейдите в меню «Платежи», «Настройки платежей». Второй шаг. В открывшемся окне выбираем банковский перевод на счет. И в третий шаг заполняем поля, как на этом снимке. Если у вас остались вопросы, пишите. Так. Вот заходим в снимочек, сейчас посмотрим. Запросите в банке инструкцию для получения международных банковских переводов. То есть вот наш банк дает нам эту инструкцию. Тут записываем ваша фамилия, имя латинскими буквами, ну как на карточке. Название банка PrivatBank. SWIFT вот тут заполняем эти буковки, цифры. Так, тут пишем 16 цифр нашей карты, на которые вы хотите вывести. И больше ничего заполнять не нужно. Отлично, просто супер. То есть надо просто зайти в свой Google AdSense, в платежи, настройки платежей. Вот, видите, тут видно. И заполнить всего лишь вот эти данные. Супер. Я очень рада, что такое появилось. Теперь можно зарабатывать на YouTube, продолжать зарабатывать и выводить уже почти полную сумму, потому что в прошлый раз я выводила 300, по-моему, $20, и в итоге я выводила через курьера, мне приносил чек курьер, потом я его обналичила в банке. Это заняло много времени достаточно, где-то около, наверное, месяца. И я получила из $320 $280. То есть за доставку, вот эти обналички все, у меня ушло $40. Вот, ну, как бы эти деньги теперь можно экономить. Так, с вами на связи была Виктория Катыченко. Подписывайтесь на мой канал, тут много интересного. И всем всего хорошего. Всем пока.